Меня спрашивают про приемлемые для мужика работы. Ну, во-первых, есть такие работы, после которых ты перестаешь быть мужиком, а становишься козлом или, бля, опущенным. Короче, это должны понимать. Толчки там прочие, это... Ну, общественные места, мыть, драясь, мужику быть шнарем тоже неприлично. Ну, короче, многие есть. Многие мужик говорят, я мужик, но они для себя делают там что-то им приемлемо, мыть, они там пидорасят эти секции и прочее. А есть, которые ничего, только на работе, ну, работает, точит, пилит, а остальное ему западло. Тут же разные. Ну, короче, если он в козью хуйню залазит на какую-то должность, то это уже козел, а не мужик. У него уже... Это должности и прочее, он перестает быть мужиком. А если он чисто работяга, просто мужицкую работу выполняет и сам ведет, как арестант, достойно, подлости не делает и в говно не влазит, это все приемлемо, короче, для мужика.